Казанском федеральном университете состоялось награждение победителей конкурса «Женщина года». Данное мероприятие традиционно проходит в преддверии Международного женского дня. История имеет 10-летнюю давность. Вот родилась лига, как раз в этом году будет 10 лет. И, пожалуй, это конкурс вот стал традиционным с той поры, вот изначально, когда только мы создавались. Это одно из мероприятий многочисленных, которые мы проводили. И, как видите, интерес к нему, участников количество растет из года в год. И жюри, оргкомитету бывает не так просто определить номинантов, лауреатов конкурса. Но это нас очень радует. Награждение проводилось в нескольких номинациях. Обладателями звания «Женщина-ученый» стали Рушана Еремина, Эмилия Валеева, а также Юлия Бахтиярова. Награду за общественную деятельность получили Светлана Белякова, Наиля Гаязова и Разия Ахтариева. Выдвинули для участия в номинации «Женщина-ученый». И занимаемся мы фундаментальными исследованиями в области физиологически активных веществ. Мы очень серьезно сейчас занимаемся вот благотворительной деятельностью. Впервые за этот последний год мы провели две благотворительные ярмарки в нашем институте. Ну и, конечно, вот это направление будет продолжать развиваться. Хотя будем заботиться обо всем. Риязмин Зарипов, президент Казанского федерального университета, поблагодарил всех участниц за их вклад в развитие университета и общества в целом. Победителями номинации «Женщина-молодежный лидер» стали Екатерина Сенченкова и Юлия Серегина, обладателями титула «Женщина-мать» Ландыш Сунгатуллина и Клара Игнатьева. Лидерами в номинации «Профессионал в своем деле» стали Лилия Нуруллина, Милауша Кадырова, Дина Сафина, Лилия Султанова, Елена Иванова, Эльсия Шубсудинова и Альбина Имамудинова. Совершенно потрясающий концерт. Большое спасибо всем нашим коллегам, дорогим профессорам, профессорско-преподавательскому составу всему, разумеется, организаторам, моим дорогим студентам, которые сегодня пришли меня поддержать, и моим коллегам. Было все прекрасно. Победители специальных мужских номинаций наградили Екатерина Турилова и Ирина Терентьева. Звание «Мужчина благородное сердце» было присуждено Владимиру Юринову. В номинации «Мужчина-лидер» были объявлены сразу два победителя – Роман Бабенко, а также Ленар Ахметов. Отрадно, что вот последние годы Казанский федеральный университет расширяет кружковые движения, студенческие научные кружки. У нас только в институте на сегодняшний день 24 кружка работает. Стоит отметить, что в этом году конкурс «Женщина года» стал юбилейным и был проведен уже в 10-й раз. Ева Гаврюшенко, Ева Малиновская, Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз.